Я хотел бы, во-первых, поблагодарить компанию «Варин», благодаря которой стала возможна эта сессия, и всех организаторов конференции «Белой ночи». И спасибо большое за возможность выступить. Я, честно говоря, не предполагал выступать с докладом, значит, потому что здесь было как минимум вот один отличный клинический доклад, а меня просят экономически что-то рассказать. Ну, я очень коротко расскажу, на самом деле, что с точки зрения экономики произошло, и как вообще, на что мы рассчитываем, и как мы двигаемся куда. Ну, у нас ушло очень коротко, у нас ушло 4 года на строительство центра, и после 4 лет строительства, проектирования и строительства мы клинически стартовали в конце 2017 года, соответственно, в первый год мы стартовали сразу на 2 гентри практически, один за другим очень быстро, мы сделали коммишнинг практически очень быстро, это коммишнинг первого гентри занял, по-моему, 4,5 недели, коммишнинг второго гентри тоже около 4 недель. Соответственно, у нас была возможность очень быстро стартовать, и в первый год мы пролечили 200 пациентов. 200 пациентов, кажется, немного, но 100 из них это были дети, и примерно половина из этих детей требовалось анестезиологическое пособие. Значит, нужно сказать, что мы уже поняли сразу, что мы не были готовы к такому количеству анестезиологических пособий, и нам пришлось перестроить всю анестезиологическую службу. Вот сейчас у нас анестезиологическая служба, наверное, отвечает самым современным воззрением, пониманием, как это должно быть. Значит, во второй год, то есть, соответственно, в 2019 год мы пролечили уже 400 человек. Значит, и количество детей примерно было тоже порядка чуть-чуть меньше 50%, это было где-то 180 человек детей, и количество анестезий сохранилось примерно то же самое. Значит, я хотел бы некоторым образом упомянуть, каким образом это все финансировалось. Это очень важно, как уже было упомянуто, что финансирование важно, потому что, чтобы лечить людей, нужны деньги. Значит, мы строили это, наш проект был стратегическим проектом для Санкт-Петербурга, и Санкт-Петербург всегда обещал нам финансировать некоторое количество пациентов, так сказать, для лечения протонной терапии. Значит, город нас не обманул, и уже в первый год мы получили 100 квот на лечение детей и взрослых методом протонной терапии. И мы их, естественно, использовали. И я хочу отметить, что Санкт-Петербург стал первым городом в мире, мне, как, насколько мне известно, где все дети, нуждающиеся в протонной терапии, могли ее получить бесплатно. То есть бесплатно для себя, не бесплатно для города. Город оплатил это лечение. Значит, оставшихся примерно 60-70 человек оплатили фонды благотворительные, и примерно 30 человек из первых 200 у нас было, так сказать, иностранный медицинский туризм. Вот, во второй год, как я уже сказал, это было 400 человек, 200 детей, и подключилась к этой программе Москва. Москва тоже оплатила 100 человек своих граждан. Соответственно, значит, 100 Петербург, 100 Москва, фонды и иностранные, так сказать, граждане медицинский туризм. Значит, все изменилось в 2020 году, когда как раз вот начался ковид, у нас были две проблемы. Это первое – не пропустить ковид, так сказать, в наши центры. И вторая проблема, так сказать, освоить вот то федеральное финансирование, которое нам, наконец, после многолетних обещаний, действительно, да, было выделено. Нам выделили 600 квот по федеральному, так сказать, финансированию по ВМП. К сожалению, выделили их только в середине мая, и, конечно, у нас это был вызов, потому что вот российские доктора знают, что такое, значит, получить плановое задание, но получить его не 1 января, а получить его в середине года. Значит, тем не менее, значит, мы пролечили в этот год, я думаю, это, в общем, полный пик наш, больше мы, наверное, никогда не пролечим, это было 890 человек на 2 гентри. Значит, у нас, я забыл упомянуть, у нас две дозиметрические эквивалентные комнаты. ProBeam, Pencil Beam Scanning. Значит, вот в этих двух комнатах в пике мы лечили по 90 человек в день, то есть по 45 фракций в день различных. Значит, время лечения, оно в зависимости от того, что мы лечили, было очень различным. Для пациентов, например, с нейроопухолями это могло быть 15 минут. Для пациентов с краниоспинальным облучением иногда это время достигало, превышало даже больше часа, час и час 20.
Соответственно, команда героически работала. Мы уходили иногда в 3 часа ночи. Но, тем не менее, вот 890 человек мы пролечили. Значит, 21-й год, слава богу, так сказать, федеральный ФОМС выделил деньги нам гораздо раньше. Мы уже с февраля могли оказывать эту помощь. Я думаю, что в этом году мы пролечим порядка 800 человек. Да, очень важно. Из 890 человек мы пролечили 351 ребенка, и примерно 50% из них это с нозологическим пособием. То есть это, конечно, как вы понимаете, не ускоряет процессы, это сильно их замедляет, усложняет процедуру и накладывает большую ответственность на нас. Вот. В этом году, я думаю, это будет 800 человек, примерно 350 детей. Мы лечим много голова шеи, опухоли головы шеи. Мы лечим много левостороннего рака молочной железы и правостороннего рака молочной железы. Мы лечим не очень много простаты. Мы лечим легкие, мы лечим нейроопухоли. То есть у нас очень разнообразный спектр того, что мы лечим. Вот. Мы аккуратно набираем опыт. К сожалению, он очень маленький у нас. 3 года – это очень небольшой опыт. Спасибо огромное университету Пенсильвании, который, так сказать, нас опекал с самого начала и продолжает опекать.